19 сентября – последний день голосования на выборах федерального, регионального и муниципального уровней. Жители выбирали губернатора, депутатов Государственной Думы Российской Федерации, областного законодательного собрания. В некоторых муниципалитетах шли и местные выборы. В целом по региону избрали почти 200 депутатов представительных органов местного самоуправления. На одном из избирательных участков в первой половине дня побывала наша съемочная группа. Сейчас мы находимся на избирательном участке 1015, что в библиотеке Горького. По состоянию на 11 часов 19 сентября здесь проголосовали 675 человек. Каждый избиратель, приходя голосовать, получает для заполнения сразу 5 избирательных бюллетеней. Там, где идет голосование еще и на муниципальных выборах, бюллетеней 6. Затем, как проходит голосование, следят наблюдатели. Выборы проходят в спокойном режиме. Избирательная комиссия, все соблюдают меры. По масочному режиму, по всем, все соблюдается. Замечаний никаких нет, все идет очень хорошо. Даже иногда думаешь, как бы хорошо было бы, если на каждом избирательном участке все проходило так спокойно и хорошо. К слову, на всех участках соблюдаются противоэпидемиологические меры безопасности. Имеется запас средств индивидуальной защиты как для членов избирательной комиссии, так и для участков выборов. Всего на территории региона открыты 1115 избирательных участков и 22 временных. Избирательные участки закроются сегодня в 8 вечера. А мы продолжим следить за развитием событий. В этом году на избирательных участках использовали беспрецедентную систему видеонаблюдения. В Твери был создан Центр общественного видеонаблюдения. Здесь в режиме реального времени консолидировалась информация о ходе голосования и подведении итогов. А также в круглосуточном режиме фиксировался ход голосования на 446 участках. Как сообщили в центре, каких-либо серьезных нарушений обнаружено не было. Свое мнение о важности участия в выборах нашим корреспондентам рассказывали сами избиратели. Смотрите наш опрос. Принимаете всегда участие в голосовании? Безусловно, каждый раз. Но это гражданская позиция. Не всегда, под настроение. Я считаю, что очень важно. Постоянно хожу на выборы. Ну, в какой-то степени решается вопрос о власти, которая может помочь. Чтобы вопросы потом глупые не задавать, почему мы в России плохо живем, надо ходить на выборы. Власть принадлежит народу, народ должен выбирать своих представителей. Вот, хожу, выбираю.